Началась посадка на наш рейс. Выход номер 6. А вот и самолет наш. Ветер шутки. Уральские авиалинии. Что у нас в самолете? Без телевизоров. Три кресла проход. Три кресла. Посадили нас на разные ряды. Пришлось поменяться. Столик есть. Крана нету. Ну что, будем спать. Это запасной выход рядом. Выруливаем, правда, ничего не видно. Слетаем. Долетим. Блин, уж закладывает пипец, жвачку жую. Самолет маленький, как же его трепет. Кошмар. Сейчас вроде высоту набрали, вроде нормально ровно летим. Выруливал, наверное. Туалет выглядит вот так. Единственный наш самолетик стоит. Больше нет, а мы на паспортном контроле. Аэропорт Худжанта. Красиво сделано. Тоже небольшой зальчик. Не знаю, можно здесь снимать, нельзя. Но пока что никто ничего не сказал. В самом аэропорту, конечно, мне сказали потом, что снимать нельзя. Смотрите, тут какая красота. Ну, вообще класс. Нас встретили. Очень красиво. Тут еще розы, гляньте. Бесподобно. Тепло. Аромат роз аж чувствуется. Птички поют. Класс. Смотрите. Смотрите, сколько роз, боже. Все в цвету. У нас забрали чемоданы. Вот два родственника впереди. А мы идем, любуемся красотой.
Сейчас утро. Из Ходжанты едем в Канивадам. Где-то 1,5 часа езды. Привезли нас к дому. Вот наш дом, где мы будем жить. Мы уже с мамой встретились, уже пообнимались, поцеловались. Здесь у нас такой вот двор ждет. Топчан такой, будем здесь сидеть. С фруктами. Обзор дома я потом вам покажу. Вот так вот. Несколько входов. Несколько апартаментов. Вот там вот еще. Еще сами никуда не заходили, не смотрели. Просто показываю вам. Вот здесь летняя кухня. Еще тоже сама не была, не заходила. Потом все покажу. Ну, на этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Столько граната кругом. На каждой улочке. Вон еще цветущие есть цветочки. Видите? Где-то красные совсем висят. Эти еще не дозревшие.